Доброго времени суток всем. Всем привет. С вами Александр Ната. И продолжаем играть. Играть Guild Wars 2. В прошлой серии мы убили род Зайтанов. Зайтана. В этой серии отправляемся отрезать поставщика тел. Тел, да. Для Зайтана. Для его армии. Решили все это дело истребить на корню. Ну да. Путь предстоит очень неблизкий. И я не знаю, дойдем ли мы в этой серии туда. Что такое? Прикольно. Я тоже тогда порублю. Ой, там точка интереса пробежали. Ну ладно, это туда в сторону куда-то ходить. Не пойдем, ну, да. Не пойдем туда. А вот здесь по прямой. Здесь по прямой, прямо здесь. А, на меня кто-то напал. Кто на тебя напал? А, ну вон он какой-то. Пират. Я слышала паскуда, кричал. Ага. А, еще кто-то. Еще не поняла кто, но услышала. Не понял. А. Я смотрю, лужа только осталась. Пятая точка почувствовал. Тут была засада, короче. Точки ага. Интереса. Ага. Ага. Что-то там. Ага. Ты кому? А там. Ой, а кто их там? Не знаю, сейчас Патил оживим. Нефиг. Нафиг. Пусть службу несут. Война, да. Блин, выпросили. Чё, выпросили? Хейвент. А, ну, да. Оу, там всё завер... А чё там столько ветеранов? Смотри, аккуратно. Это кто? Это кто меня так... А, вон катапульта вижу. Не, ну самый прикол в том, что... Он нам через них в любом случае надо пройти. Ага. Им аккуратно, в зону видимости катапульта не попадай. Бьет больно. А! Да елки, они две тут на пересечении, вон и вон там. Ну да. А я-то думала спряталась, такая умная вся. А, молодец. Ой, к нам тут гость. Пошли туда за край. Я его сагрил. Я поняла, я предлагаю вот сюда спрятаться. Оу. О, вот здесь вот не бьет. За этим, за углом. Такое. А то они так неплохо окучивают эти катапульты. Ну да. Осторожно, сейчас прилетит. А, нет, не прилетит. Не попадают, видимо, из-за этой. Да. Я поэтому и пошла сразу за стенку смотреть. Блин, ну если они все такие толстые, это будет сложно. Потому что остальных там так не согрешь. Аккуратненько. И побежал. Слушай, он совейдил. А! Ну, надо идти тогда туда. И уворачиваться, Андрят. Все, отрегинил. Ну да. И к тебе бежит. Ну прикольно, что? И опять побежал. То есть вот это вот продел, я так понимаю. Долго лежать буду еще. Ты его сейчас опять свейдишь, мне кажется. А что мне делать-то? Ну, бегать от него. Я бегаю. Может, пушки можно убить сначала? Может. Ух ты, сколько здесь наших-то лежит. Угу. Да, они выносятся, катапульты эти. Да вот пристал-то.
Ой, я тут всех нагрел, кого мог. Я думаю, сейчас это... Надо этих поднять, и будет проще. Не уверен. Они обычно дохнут так легко. Надо сначала мелочь вот эту, не ветеранов, убить. А ты можешь их там чем-нибудь своим заклинанием каким интересным? Или это бесполезно уже? Сейчас попробую. Вот этот меня отстанет. Хотя бы немножко. Резнуло чуть-чуть. Ух ты. Вот же пристал. И куда они убежали? Драться? Ой, это пульта резнула. Нормально. Ой, как же он достал меня уже. А эти все идут и идут. Смотри, мертвяки-то. Ну да. Что делать-то? Что-то мы не то делаем, явно. Ну, мочить пока, наверное. Ой, катапульты получили. Вот зараза, пристал. Тут просто еще один ветеран, который тоже нехило так мешается. Сквозь всю эту светопляску нифига не вижу катапульты. Круги. Ветеран почти убили даже. Я вам тоже помогаю. Молодец. Так, один труп. Оу. Да что ж такое? Это что еще такое? Ну это хрень притягивающая вылезла. Классно. Сносить ее надо. Она нам мешаться будет очень сильно. Сношу. Ой, опять нежить прибежала. Да что такое? Сил нет никаких. Надо их как-то поднимать, а как, я не знаю. Ой, они, Саш, смотри, все сюда прибежали. А ты катапульты. Да? Да, я пошла на ту сторону, сейчас уберу вот эту, попробую. Ах, не увернулся. Ты главное там, смотри, аккуратно, их там очень много. Я вижу. Мне очень плохо. Убегаю туда, кайте туда, я не знаю. А, все, умер, не успел. Сейчас оживу. Живешь? Да, ожил. Ну, отлично, я пошла обратно. Да что ж такое? Как достало? И главное, лежу, они меня бьют. Сейчас меня ядом опять. Ой, там опять это какая-то пульта у тебя резнулась. Собака. Я умер. И уже не оживу. Да, меня еще катапульт добьет. Я тебя не поняла? Нет. Все, сдох. Да тупость какая-то. А нам здесь никак не пройти мимо этого. Прикинь? Ну все. Я померла. Короче, мы решили этот мост нафиг пропустить.
Эвент этот какой-то нереальный. Мы потратили там тупо кучу времени, чтобы победить их всех. Но это бесполезно, они тупо все ресурсятся. Так что... Короче, игра нас не любит сегодня. Совсем. Ну да, особенно когда у нас и так мало времени. Ага. Какие-то элементали хитро странные. Обтекают. Угу. А что значит дар? Я что-то слово незнакомое мне. Я тоже не знаю. У меня какие-то штаны зеленого палева на хэви. Блин, ты так говоришь, у меня какие-то штаны зеленые. Зачем тебе бык? Не знаю. Бык, я тупогуб. У быка тупогуба. Стрёмная территория такая. Ну да, еще какая стрёмная. И не в плане страшная, а то, что вот она вот такая вот. Так, а тут даже звук, вон какой. И... Амном берет. Амномном. Амномном? Да. А я не буду спорить, они мне все надоели. Раздражают и все такое. Я сегодня на них забил. На кого? На всех них. Чем там берешься? Не знаю, он ковал тут что-то. Ковал? Да. Но, по-моему, это не он был. В смысле, в меня кто-то стрельнул, я думал. О, это тоже. Занято. Ну да. Он тот. Хрен. Так, ну чё, мы тут будем делать? Не знаю, сейчас посмотрим, что это. Там территорию надо захватить, насколько я понимаю. Да. И тоже ветераны, я смотрю, всякие. Можно попробовать, а так не знаю. Это ты его? Ага. Ветеран? Нет. Нормально, ушел в воздух такой. Я-то не могу летать. Ого. Нормально там народу положили. А! И где? Вот так, он. И что мы тут можем сделать? Можем порезать начать, аккуратно. Опять ветеран. Опять тот же гад. А я не пойму, почему вот этот вот зеленый стоит, ничего не делает. Я тоже не пойму. Глюк, наверное. Make Cormier enlightened. Заспамим их. Угу. Вот придурки, зачем в разных-то? Никакого тимворка. Замечательно. И мне еще повесили. Бой. А у тебя там как, нормально? Резко. Прикольно. Я ветеран убью. Ну я пока меня никто не трогает, резко. Ну у нас вроде нормально тут все. Видишь, сколько народу уже? Ага. А, гад загрыз. Сейчас я притяну, забери с меня его. Кого? Вот этого. Ну или давай убьем.
Сейчас я резну. Ой, и этого отглючило. Который стоял, нифига не делал. А я вне боя. Так что я теперь резу. А ты отбивайся. Бежать! Ха-ха-ха-ха. Интересно, нам лут за него дадут вообще? Я не знаю. Да пофигу. Смотри, они неплохо справляются очень. Ой, мама! Что такое? Там нежить понабежала. Ну. Сразу нас убежать. Да, мы вот вообще ничего не делали. Потом даже... мы же союзников врезали. Мы же них не били. Ой-ой-ой. Вот это круги вот эти бьют какой-то тьмой. Ну да, очень больно. Ухожу. Причем никакого такого видимого эффекта нет. Просто больно. Я чувствую, сейчас еще будут больше бежать. Мертвые есть? Есть. Оп, ну, побежали. Да, бежут. Фу, бежут. Бегут. Где, где? А, не вон, знаю. С той стороны. О, быстро они их кладут, я чуть не понимаю. Там же вроде никого не было мертвых. Не, здесь, может, и были. Не помню. Не видел. А кто еще бьет-то? Деритесь, деритесь, давайте, вставайте и идите там за родину, за свою воюете. Быстро их помирает, господи, за что же мы такие сегодня? Ага, кривые. Быстро их помирает. Не, ну я-то по жизни такой. А ты от меня, видимо, хватало. Да не, просто уже поздно и спать пора давно. А у нас, как всегда, времени больше не нашлось. Мочи! Быстро их помирают. Ну, главное, что мы всех оживили. Да хоть здесь. Круто. Получилось. Угу. А то уже вообще какая-то беда, печаль. Везде нас обижают. Да, все хорошо. Ой. Кто там? А. Хорошо. Арихалкум какой-то. Новые эти. Добычные штучки. Для добычи всего, что только возможно. Ну, есть смысл, наверное, обновить, в принципе. Ну да, у нас вообще он... А, у меня орехалкумовые. Да? Кроме одной. Молодец. Кроме майнинга, но его давали недавно, так что он должен тоже все забирать. Кто? Майнинг. Ну, терпи. А у меня метрил почему-то везде. А ты сэкономила просто, я думаю. У меня вот кирки есть синяя орехалкумовая. Ну, сейчас я нагрузь по-быстрому. Тоже я не переживу. Если дадут какую-то вкусняшку, я ее не смогу собрать. Наплечники.
в рен какие-то плечи. А, ну о, это, нет, топорик я... и этот у меня орехалковый. А, ну все нормально. То есть у меня старые какие-то остатки остались. Пачки возьму. Не понял, я продал что ли? Что? Плечи. А, нет, не продал. Тут просто продаются. Что? Ну, все твои вещи какие-то. Не знаю. Ладно. Вот, смотри, тебе не нужны, я так понимаю, да? Штаники. Да нет, я думаю, не надо. Юбка. Кольчужная. Да я от этих юбок уже. Пачками. Да я их пачками. Да. Нам там предлагают сопроводить, но... Кого нафиг. Куда? Никого и никуда. Просто нафиг. А, плечи такие же, как у тебя, кстати, да? Да-да-да. С висюльками. То есть, видимо, на этом как раз... на этой локации будет этот сет, что ли? Я не знаю. Ага, да, точно такие же. Угу. Так, ладно, пойдем к миссии, наверное. Угу. Тут виста где-то еще, можно ее взять. Догоняю, догоняю. А вон она наверху. А, где наверху? Вот, вот она. Да как? Хм, вот так. Ой, нет, здесь нежить какая-то всякая. Не хочу. Подожди, а как ее взять-то? Я не знаю пока. Я только пришла. Я даже не смотрела. Оттуда откуда-то, вон там подъем, скорее всего. Вот тут. Или вот с этой стороны вот пойдем. Дальше идти смотреть надо, я думаю. Ой, я думаю. Не сейчас. Пофигу. Так, на миссию мы сейчас не пойдем, заканчиваем серию. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Я не знаю, насколько серия получится длинной или короткой. Но вырежется из нее приличная часть в битве с мостом. О, тут люди. Потому что они нас реально... задолбали. Фига себе ты выражаешь. А еще там сундук остался. Я про него забыл, да, совсем. Блин, точно. Сундук это плохо. Ну, в смысле, сундук хорошо, вот без сундука плохо. Ладно, в любом случае, всем спасибо и всем пока. Всем пока. Ready, set, set, and begin. 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 Begin.